Они являются одними из самых малошумных серийных подводных лодок. На ней установлено перспективное бортовое радиоэлектронное оборудование. Подводная лодка развивает скорость до 19 узлов в подводном положении. Максимальная глубина погружения — до 350 метров. Ракетный эсминец «Сиань» вошел в состав Восточного флота КНР в 2015 году. Это шестой корабль серии. Выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению сил в море, подразделений морской пехоты и специальных групп, воздушной разведки, поиску и слежению за подводными лодками условного противника, а также практические бомбометания и стрельбы. В составе самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. В небе фронтовые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Су-24М морской авиации Балтийского флота, оборудованные новой прицельной системой. Завершает парадный строй авиации группа штурмовиков Су-25БМ. Они расцвечивают небо над Санкт-Петербургом российским триколором. Ведущий группы — полковник Александр Котов.